Всем привет, дорогие друзья, с вами Мишвили, и снова мы вернулись в Realm War. А здесь, вот видите, ежедневный вход как-то изменился, то есть ежедневные бонусы за вход как-то видоизменились. Ух ты, здесь что-то собрать. Немного она изменений. Небесные подарки, 900 рублей, ну это типа... Бабосики, так, о, получение наград, мне кажется, как-то немного изменилось, возможно, я преувеличиваю. Так, владение, ох ты, а что за владение, 5 дают? О, теперь можно собирать бонусы за определенное владение. Да? Ух ты, у нас сколько бонусов, смотрите. Так, до этого у нас не было. Собираем все. Типа сделали как в Clash Royale, то есть за определенное количество бонусов ты попадаешь. Ух ты. Ты собираешь награды. Это вот как делали тоже, да, и они уже начинают тоже. Так, с такой же системой заниматься. Так, нам дали какого-то короля. Но мы сегодня испытывать его не будем. Может, испытаем в следующем видео новые карты, которые нам открылись. Вот этот наш герой. Псы. Псы, кстати, ну, такое себе, по-моему, было у меня за выпуск. А, почти 100 тысяч, ребят. 100 тысяч. Классно. Каждую награду, вот видите, до какого определенного шестое владение. И все. У нас до 7 тысяч идет. Потому что дальше никто, наверное, еще не успел пройти. А давайте, а тут у нас опять бонусы, лента новостей. Да, у нас новый патч. Ну здесь по-английски, кстати. Вот эти вот денежки сюда. А в менюшка магазин изменилась, кстати. Вот новый блок. Кто это такой вообще? Давайте посмотрим, что это за чел такой. Может, его как раз... Хм, у меня его почему-то нету здесь. Посмотри, что за блок такой. Купить данную покупку, 1500. Хм. Манфред. Ладно, давайте мы купим его, а потом мы его испытаем. Испытаем в следующем, короче, видео. В этом мы сейчас улучшим. Так, улучшим сначала до, вот видите. 12 тысяч повысить уровень, представляешь, 12. У нас теперь он тоже герой у фиолетовый, кстати, стал. До этого не было, у него 3 звезды можно было. Мы его сейчас повысим. То есть 25 тысяч теперь надо. Ох ты, запросто. Мы, короче, вот до максималки сейчас повысим. 3 звезды у нас будет. Фух. Максимальный шаускар. 5-звездочный. Максимальное качество. Теперь у нас почти 10 тысяч здоровья у него. 2500. Ух ты, сколько вообще сейчас. Много серебра мне понадобится. Все-таки, может, попробуем новый блок. Давайте посмотрим вообще, что это за карта. Ух ты. Так же коварен, как и смертный будущий при исполнении ярости. Так, у него 4000 здоровья. Это неплохая, кстати, 4000. Ущерб 754. Диапазон атаки. Сверху способности. Ущерб Ух ты, неплохой такой герой. Давай попробуем его. Ладно, ты 3 раза уже сказал, что не поставлю его, но в итоге я его поставлю вместо кого мы поставим? Давай вместо вот этого, мне кажется. Ой, но он 7 стоит, он очень дорогой. Вместо этого ставить очень тупо. Ладно, поставим. Потом все сделаем, улучшим, проверим его на прочность, содержание. Кометы. О, комета удачи.
обычные карты. Так, мы вот это до следующего выпуска. В каждом выпуске будет что-то новое, а то мы все в один сейчас пихнем. Так, улучшили карту до 5 звезд и будем сейчас попробуем с новым героем поиграть. Соединение. Да, хорошо, что ее постоянно улучшают, постоянно что-то делают. Это, в принципе, залог успеха игры. Ну, еще, конечно, и реклама, и все такое залог успеха. Что, мне кажется, они пока это не делают, как, в принципе, я своим каналом. Но игра очень красочная. Опа, мы вдвоем с ним, да? Вот он, новый герой. У меня два медленных чувака. Ух ты, здесь пошла. Да-да. Ну, по этой части. Значит, вот так вот сделаем. Медленно-медленно пойдем, медленно. Ух ты, нифига себе. Блин, я по этой стороне начал. Так, окей. Кидаем. Ох ты, мы, кстати, мы можем нормально так пробить уже ему вышку. Ох ты. Да, что мы сделали. Блин, не успели, кстати, только... Так, у нас получается вот так он, да? Ох. Так, это у нас дальний какой-то, да? Только я не понимаю, что он делает. Почему-то горит. Ну, кстати, горит она. Ну, давай, давай, давай. Помираем, сразу сдохнет. О, он тоже кинул, кстати, этого чувака. Но у нас, считай, есть... Окей. Он тоже опять горит, не понимаю. Так, мы идем пока. Мы идем вперед. Кинем этот. Вики. Давай, давай, давай. Так, высосали и все. Ух ты. Хорош. Давай, 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 давай. Так, они здесь получается, ага. Кинем пока. Давай, 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 давай. Во! Две. Круто вообще. Так, мы проходим. Я даже того чувака не использовал. Вот у нас. Он как бы дальник у него. Он как бы свысока такой идет. И фигарит. Вот он, кстати. Но у него очень плохо 7 эликсира, поэтому я его не использую. Нужно быстрые карты, а он, считай, требует 7 эликсиров. Сейчас еще раз попробуем, раз мы его не используем, но выиграли. Комета. Фух. Кстати, а у нас есть же эти еще кометы, нет? Бесплатные. А, одна комета удачи. Все, больше нету комет, представляете? Раньше давали 3 кометы бесплатные. Сейчас топ комета удачи. Очень жалко. Разблокируется 8 часов. Отпереть. Сейчас. Убрали анимацию на открытие монет. Аж как раз. Результаты закончены. Что у нас результаты вообще? Турнир завершен. Ну и мне ничего не дали. Далее. Пробуем еще раз использовать данного героя. У нас
Танк теперь 10 тысяч, представляете? 10 тысяч танк. Чуть-чуть быстро он как-то сдох. Я, наверное, ну, у него магию он использовал. Опять. Ой, джаз. Давай подождем. Подождем. Опять хочет. Это не он? На мой взгляд, это как будто один и тот же чел сейчас. Он не дальник, да? Не бьет дальников. Он только вот, считай, бежит. Ущерб. Блин, ну так-то... Как-то это... Вроде ничего такого. Угу. И горит вышка, смотри-ка. Сейчас начинает гореть вышка. Мы использовали этот... Угу. Гореть вышка, и игроки горят почему-то. Он опять идет по тому. Блин, опять высасывается. Так, высасывает понемножку. Окей, так мы возьмем этого. Блин, почему горит? Не понимаю. Ох ты, просто кинул эту фигню, да? Угу. Вот кидает, ну, в принципе, вон как танк, он прикольный, 400 с лишним. Бьет по 700 с фигом. Опять он сейчас полетит, да? Нет, смотри. А, вон он как. Ой, включил. Включил свою фигню опять. Так, ну не, мы ничего не сделаем, конечно. Даже если бы и хотели. По наземным, кстати, бьет только. Не, он стрёмный герой, мне кажется. Не такой уж офигенный. Тот круче был. Может, я пока не пойму, как его использовать. Почему все горят опять? Раньше такого не было. Почему все горят? Мы, по-моему, как раз его побеждали, нет? Минус 17 очков, 30. Монетка. Нет, интересность, конечно, интересность нет. Вот видите, благословение. За 299 рублей. Если хочешь владыку. Ну, он улучшенный, может, фигарит хорошо. И улучшенный, считай, если мы его улучшаем, то у него здоровье, да? Получается. Потому что на 5-6 уровень будет больше, он как танк будет. Но сейчас, когда карт мало... О, кстати, тоже. Призывает из-под земли скелетов пришельник с помощью темной запрещенной магии. 6 скелетов. Ну-ка, этого мы тоже потом используем. Сначала данного игрока. Где у нас старый-то игрок? Ладно, ребят, на этом все. Если вам понравился данный видеоурок, ставьте лайк. С вами был Швили. До новых встреч. Пока.